Наша съемочная группа находится на пароме, который отправляется из Украины в Румынию. Собравшиеся здесь люди оказались в ужасной ситуации. Они полны отчаяния. Убегая от войны, им пришлось покинуть свои дома. Я видела женщин, детей, стариков. Они испуганы и боятся за свою жизнь и жизни близких. Мы должны были бежать из-за войны. Несколько дней назад мы еще дома сидели, а сейчас я пытаюсь добраться к своему брату. А с родителями что? Задает вопрос корреспондент Евроньюз. Они остались дома в Одессе. У меня бабушка там, она прикована к постели и не может ходить. Куда вы направляетесь? Мы в Австрию к родственникам. Нам нужно уезжать. Что вы будете делать? Не знаю. По прибытии на румынскую сторону беженцам приходится ждать по несколько часов, пока проверят их документы. Здесь, в свою очередь, ожидают порядка 300 человек. Они не знают, когда все это закончится. Не знают, чего ждать от завтрашнего дня. Но они живы. Диана Собару, Euronews, Romania.